Всем привет, с вами Влад, и со мной сегодня, как всегда... Я, и Аня, и я, и Аня. Ну да, это у нас вторая часть выживания в Майнкрафте, мы это записываем сразу наперед. Комментарий я не читал, ну потому что, естественно, я сейчас это записываю наперед. В общем-то, мы построили портал, мы были, короче, в этих пустынях, в деревнях, и, в общем-то, мы сейчас в аду, тут очень много зомбаков. Я сделала... нам немножечко золота. Поясню. Если мы кинем им пигвинам, вот этим вот я кидаю золото, и они мне что-то дают взамен. Хотите попробовать? Нет. А что это такое? Это какое-то дерево, что ли? Типа золото кинуть, и они такие сразу лутать, да? Покажу вам пример. Я кидаю, допустим, вот одному. Я типа, у меня тоже сейчас золото, вот оно. Один бежит на него, несколько сразу. Сейчас он мне что-то кинет. Он гравий мне кинул. Меня не любит. Кстати, кремень можно сделать. Ну-ка, дай-ка, ну-ка, поставь и сломай его. Кремень, мне все, мне выпало, если что. Я сразу крафчу огнево, я его скрафтил. Кстати, ой, меня бьют. Это что за кабан? Слушай, ты, дорогуша, за базаром следи. Этот вот кабан боится искаженных грибов, поэтому давайте немножечко искаженных грибов наберем. Ай-яй-яй-яй, поставьте искаженный гриф, и он нас убежит. Мне, правда, надо сейчас очистить инвентарь от всякой фигни лишней. Наверное, это кожа будет, это, наверное, будет порох, это будет... А куда мы идем? Ну, вообще, я планирую сейчас искать стержень нефрита. Они где бывают? На вот этих крепостях. Крепость. Да, а вот где крепости? Вот вообще ты где? Вот. Лика, ты где вообще сама? Я не понимаю, где я. А вот к порталу можешь подойти? Вот мы рядом с порталом. Нет, я не могу. Тут рядом с порталом крепость, да, кстати, да. Так, давай-ка я тебе свои координаты скажу. Давай. Короче, говорим координаты. Минус 53, 60, 32. Минус 53, 60. Ой, мне что-то било. Ай, гаст, ё-моё, тут гаст. Уйди. Короче, тут против меня гаст попался. Да ё-моё, чё они все такие попадают? Да умри ты уже, а. Наконец-то. Вернуть отправителя неплохо. Я бы это сделал бы сразу, но что-то все лагает тут. Ну ладно. У меня уже еда скоро кончится. Так, ага, вижу, вы там идете уже. Ну, земля тогда, давай землей тогда буду строиться. Люди, у меня тут небольшие проблемы. Какие? А, сейчас их решат, мне кажется. Ну, вообще, это не похоже на крепость. Я даже не знаю, что здесь такое происходит обычно. Так, а снизу у нас золотой блок и... Да, тут лавы много. Нас тут больше не живет. Ты в бастион зашел. А. Ты не в крепость, ты в бастион зашел. Прикольно. У-у-у. Я его убил, и теперь могу идти. Так, я тогда... Чёрт, как мне добраться до вас? Ну давай по координатам, давайте я сейчас скажу. Ну это координаты бастиона, я прямо сейчас в нем сейчас просто нахожусь. Тут, кстати говоря, вообще слишком много всего. Хрен поймешь, что здесь происходит. Тут эндермен! Это как? Сейчас подождем. Убей его. Он есть вообще в каждом мире. Я понял. Но я не ожидал его увидеть здесь, конечно. Я вроде бы его раньше тут не видел. Где он? Все? А где он сейчас? Где эндермен? Он, короче, телепортнулся, и все, я его потерял. Да, а у меня... А, вот он, вот он! Он ко мне, короче, телепортнулся, чуть не умер. Опа, сундук. Ууу, арбалет! Пронзающая стрела, чего? Крылья. Плачущий обсидиан, чего? Так, а можно закрыться? Искаженные доски, получается, еще от этих дубов, кстати говоря. Сейчас я выйду на улицу. Я не знаю, как я это, правда, буду сейчас делать. Так, ты у нас где? Минус 124. Так, минус 124, это ты, получается, так... Сейчас тебя убил эндермен? Моя. Аня, как ты могла умереть от эндермена? Я вижу эндермена, я на него смотрю. Ай! Подобывал. Ну вы поняли, да? Да. Аня, теперь твоя задача. Капец! Пол реса в лаву просто все. О, все, самой тогда придется. Первая смерть, ё-моё. Так, а я вроде бы понял, куда я шел. Я вроде бы, да, сюда шел. Пол всех ресов, все, в жопу просто, в лаву. Так, ладно, тут хотя бы броня живая еще. Так, а, у меня меча нету. А, еще и куча всех железных вещей. Блин. А, кстати, арбалет-то не сдох, это слава богу, арбалет-то живой весь. Здорово, есть какая-нибудь еда вообще? А, у меня есть жареная баранина. Нам нужно будет добыть алмазную броню, это 100%. Давайте, короче, тупо по шахтам. Так, я иду, короче, к порталу. Так, а, вот тот самый бастион. Да, все, да, мы идем туда. Так, ну ладно, идем. Подождите, у меня есть немножечко. Ай! Ты кто? Да. Ты кто такой? Я забыл. Они. У них принцип брат за брата. Ты все, я телепортнулся. Ой, тут ночь. А тут ночь, народ. Живу. О, я вот туда-то. Ох, в смысле, тут один.
Все, нормально, я убил. Да. А, точняк, мы можем, знаете, как-то триггерить эндермена. Мы можем сверху поставить вот эту фигню, он нас типа не стукнет. Нормально, давай, иди сюда. Надо было так сразу делать, кстати. А там еще какую-то площадь птицы. Это что, типа портал недостроенный? Так, ты у нас... КТ, да, привет. Я спряталась в первый попавшийся дом. Слава богу, я в кузнец, я к кузнецу иду. А тут в смысле, тут житель спит. Вы издеваетесь? Так, точка возрождения? Серьезно, так можно было? Влад, смотри, я сплю. Влад, что? Нажми на жителя, нажми на жителя, на того жителя. Ай, топор золотой. Спи, давай, засыпай. Все, пошел движ. Все, поспали. Все, мы выжили. Сейчас от второй серии прошло 23. Кстати, золотой топор, он прикольный. Пошлите, короче, в шахту. Итак, что ли? Я предлагаю нам прийти в шахту. Ну давай. Так, ну давай, пошли тогда в шахту, что ли? Можно, кстати, переодевать ботинки. Так, первая стрела, кстати говоря, я получается могу пользоваться. Ну-ка, дай-ка постреляю с этого. На. Капец, точно в цель. О, зомби. Это будет легко. Ты убиваешь зомбарей, у меня нет ничего, если что. Но тут есть крипер. Ты что, пугаешь? Он, короче, перед моим лицом прям. Ну-ка, расстрелять. Негодяя. Все, нету больше. Так, я сейчас тогда подобуду немножечко. Надо будет скрафтить себе меч. Это передо мной сейчас взорвалось? Да, возьми мои лесы, пожалуйста. Зачем мне кость? Кость это вроде бы для вот этих быстрорастущих костной мутки, да. Для костной мутки. А, ты взяла уже? Так, ну давай тогда, что у меня тут есть твое? Ну давай железную руду возьми, кстати говоря. Ну, может быть, передадим еще. Золотой блок. Да господи! Серьезно? Я, наверное, перестрахуюсь, спрячусь даже. Ну потому что это капец. Кстати, можно тут пожарить что-нибудь, пока тебе нет. Слушай, а что можно пожарить? Что можно пожарить? Дай кирку. Я тут себя вот не такую возьму. Выкопай. Выкопай быстро. А ты там не все, что ли, еще взяла? Нет. Давай, защищаю. А, вижу. Капец, их тут много, ё-моё. Я вот так закрою. Короче, что пожарить можно? Давай, ставь туда. Я тебе давал железные руды. Ставь пока. Есть железная руда и очень много у меня есть свинина. Да. А что у нас тут получается? Давай поубиваю я пока что тут. Давай крипер взорвется, короче. Ну-ка. Давай. Отойди. Во, нормально. Где мой хлеб? Хлеб дай. Отдай. Хлеб? А у меня его нет. Хлеб. А, 10 хлеба, да, бери. Мы копаем... Вот мы на 11-е. О! Ха! Алмазы. Так, 12-е, 11-е. Все, вот 11-я высота. Получается, где-то тут уже должны быть алмазики. Блин, реально бесит, где алмазы? Я копаю сколько лет, сколько зим. Вот. Может быть, я неправильно копаю? Да копай до 11-й высоты. У меня сейчас 10-я высота. Ну, типа, тут... Ну, это тоже нормально. Я и говорю. Копаю ни хрена. Вот железо, 2 железа. Вот так, а что у меня тут? Я сюда ставлю... Сколько я добыл там железа? 22 штуки. Много... Ты что, пугаешь так? Я, короче, так копаю, на меня сзади. Берет такая, стукает. Ой, лава. Я бы сейчас упал бы в лаву нафиг, если бы сейчас стоял там. Так, знаете что? Я сейчас, наверное, поставлю печку. Сколько? Давай-ка этот разделим печки. В смысле, не разделим, а несколько сделаем, чтобы быстрее было. Вот тут железо, вон там железо, а алмазы где? А где у нас нашло? Что? Где ты нашла алмазы? В лаве.
Где ты их ладно? У тебя читы, что ли? Подожди, стой, ты пока докопайся как-нибудь, я этот, в печку нашу. Капец, сколько тут железа, ё-моё. Я сейчас я скрафчу тогда шлем, выкидываю ботинки. Сейчас иду, иду. Алмаз, серьезно? Это алмазы. Наконец-то. Наконец-то мы нашли алмазы. Ё-моё, сколько лет, сколько зим. Вот, теперь у меня тоже достижение алмазы. Знаешь, кстати, можно, знаешь что, найти крепость, и там построить рядом с крепостью портал. И как раз-таки, когда мы пойдем в верхний мир, там построить дом. И типа мы сразу в крепость попадаем. Так, а я тогда себе крафчу железный меч. В общем-то, ребята, наконец-таки мы нашли эти алмазы. Не знаю, вот Лики сразу повезла, она сразу нашла, но мы... Дико, помолчи. Мы, короче, искали долго алмаз, наконец-таки нашли с Аней. Если вы хотите продолжение, ставьте лайки и давайте наберем под этим видео, ну, 35 лайков. И я выпущу следующую часть. Ну, а с вами был Влад, Лика, Аня. Всем удачи, ребята. Всем пока.